Две волейбольные команды Югры добились нужных побед. Накануне в нашем регионе состоялись матчи 24-го тура чемпионата России. Нижневартовский клуб «Югра Самотлор» принимал красноярский «Енисей». Из четырех сетов югорчане уступили в стартовом и, как оказалось, в единственном. В итоге 3-1 в нашу пользу. Домашняя виктория позволила «Югре Самотлору» покинуть зону плей-аута. Нижневартовская дружина обосновалась на 11-м месте, набрав 21 балл. Добился победы и «Газпром Югра». Подопечный Рафаэля Хабибулина одолели дома клуб «Новый» из Новокуйбышевска с тем же счетом 3-1. Сургутяне укрепились на 9-м месте, в их активе 30 очков.